Вот здесь леток через пять вырастет тот самый стадион на 45 тысяч человек, где в 2018 году проведут несколько футбольных матчей Кубка мира по футболу. Напомню, 29 сентября 2012 года Нижний Новгород выиграл право провести этап чемпионата. За выбором эксперта ФИФА следила чуть ли не вся Россия и весь мир. Это место в полукилометре от Кафедрального собора Александра Невского хорошо подходит, говорят в градостроительном департаменте. Отсюда близко и к центру города, всего 4 километра до Минина, и к железнодорожным и речному вокзалам. Теперь нижегородцам предстоит большая стройка. Пока на месте нет даже котлована. Но главный подрядчик организации «Спорт Инжиниринг» уже определен. Также известны и параметры объекта. Он не будет треугольным, однозначно. Значит, он будет скорее какой-то овальной формы. Наиболее оптимальная форма для этой площадки. Параметры: высота, ширина, длина. Значит, параметры. Ну, футбольное поле 105 метров на 68. Соответственно, сам стадион где-то порядка 240 метров на там 150. Кроме того, стадион будет оснащен удобной транспортной развязкой. Например, здесь будет располагаться парковка, а немного дальше построят станцию метро. Предусмотрены новые развязки, чтобы мы не стояли там. Предусмотрено расширение улиц. Также предусмотрена развязка в районе улицы Советской, Должанской, Акимова, то есть вот с выходом на улицу Бетанкуры. И у нас получается такое кольцо, где может быть такое транзитное движение. Таким переменам нижегородцы только рады. Они полностью поддерживают строительство футбольного стадиона именно в районе Стрелки. Ну, отношусь положительно, потому что он будет у нас в городе. Ну, верхняя часть города становится стабильной будет у нас. Собор Александра Невского на стыке рек двух великих. Я думаю, что красивое очень место. Все, то есть это как бы реклама для туристов. Вот, я так понимаю, что это на будущее. Вот, там будут проходить различные соревнования, вот, мероприятия общественно-политические, культурные, зрелищные. Поэтому я думаю, что все это место подходит. Между тем, перед нижегородским правительством встает вопрос, будет ли востребован стадион после чемпионата. Ведь известно, что, например, в Китае после Олимпиады спортивный комплекс практически не используется. Однако для правительства это не проблема. В проекте, который, к слову, представит на суд нижегородцам уже к концу этого года, предусмотрена и возможность трансформации стадиона. Нам нужен хороший стадион. Почему? Потому что это, во-первых, очень хорошая площадка для проведения всех массовых мероприятий. Смотрите, мы вот, если надо нам провести какой-то праздник, мы обязательно на площади Минина и Пожарского. Там все стоим на асфальте, значит, ни трибун, ничего нету. Если появится современный, оснащенный самыми современными инженерными системами стадион, то он сегодня трансформируется. Там можно не только играть в футбол, там можно проводить соревнования по конному спорту, там можно проводить соревнования по легкой атлетике. Словом, после чемпионата к услугам нижегородцев появится еще один крупный стадион. Благодаря этому, по мнению главы региона, который имеет опыт управленческой работы в профессиональном спорте, да и сам активно занимается как любитель, удвоит количество нижегородцев, поддерживающих здоровый образ жизни. Екатерина Снапкова, Нами Кадырлеев, Объективное на НТВ.